Может быть, когда-то я стану известным ютубером, но мне кажется, этого никогда не будет. Ребятки, до следующего видео. С вами был Бучер. Я постараюсь не проебываться настолько много. Пиздец, я еще и разговаривать не умею. Короче, ребят, еще раз спасибо. Пока. Здрасте. Я вернулся, походу. Наверное. Короче, давно меня уже не было на этом прекрасном YouTube-канале. Как вы могли это видеть, как бы последнее видео вышло примерно вот столько времени назад. Сегодня я вам просто расскажу, что вообще со мной произошло, почему я забросил YouTube, чем я начал заниматься и всякая такая хуйня, короче. Погнали смотреть. Веселые истории с Бучером. Короче, почему я забросил YouTube? Зимой я получил травму, которая, по сути, мне теперь запрещает кататься на доске. Ну, и я сам понимаю, что не могу кататься, потому что, ну, болит, блядь. Да, и весь прикол в этом. Я не могу снимать то, что было контентом целых полтора года на моем канале. Я не могу этого делать, поэтому, как бы, вот, сори. Я думаю, что бы сделать нового. Чего вообще запустить дальше? Куда же я пропал? Так вот и чё, куда я пропал, короче. В ноябре прошлом я, листая ютубчик, наткнулся на видосы, где достаточно известные ребятки, которые 100% знаете, снимали обзор на трешовые видосы в ТикТоке. Я такой, блять, интересная тема, скачаю-ка я это приложение, так, короче, типа, этот, сниму видосик вам такой же, интересненький, классненький. Ну, что-то, короче, пошло не по плану. Я снял туда пару видосов и, ну, как бы вот. Да, я заболел этой болезнью, теперь я тиктокер. Вторая соцсеть, которой я все это время занимался, это, конечно же, инстаграмчик. Вот, вот ссылочка, вот видите, что у меня сейчас в инстаграме. Это вообще пиздец. Поэтому, ребятки, как бы да, пропал я не просто потому, что я долбоёб. Потому что это можно было, не знаю, это можно назвать как какая-то контентная депрессия, когда ты не можешь делать то, чем ты занимался с самого начала своего канала. Ну и как бы вот. Поэтому как бы скейтбординга больше не будет, это уже 100%, мне кажется. Поэтому вот сейчас, ребятки, я также продолжаю ебашить над ТикТоком, ебашить над Инстаграмом. И сейчас у меня появляются какие-то мысли над Ютубом, но пока даже не хватает времени на их реализацию. Как только у меня появится что-то, что я начну делать для Ютуба, вы узнаете об этом сразу же и первым. Спасибо, что посмотрели этот видос. С вами был Бучер. Постараюсь не проебываться опять на 100 лет. Ладно, пойду снимать ТикТоки. Пока.